Когда в некоторых частях у вас, в некоторых частях страны, демонтировались там какие-то бюсты Пушкина там, или еще кого-то, да? Знаете, я люблю Пушкина, я считаю, что его имперские стихи – это как бы, ну, не основание его забывать там и так далее. Ну, с моей точки зрения, потому что время было, так сказать, другое. Вот. Но понятно, что памятник Пушкина – это памятник империи сейчас. Да? Это не памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину, да? Это памятник имперскому человеку. Это один из символов империи. Поэтому я вполне понимаю демонтаж Пушкина, когда там наши какие-то люди возмущались, что, а что им Пушкин сделал там и так далее. Пушкин не в том дело, что им Пушкин что-то сделал, а в том дело, что, в смысле, вам, а в том дело, что Пушкин символизирует Российскую империю в данном случае. Вот и все, и поэтому вы его снимаете. Так что, на самом деле, все правильно, обращать внимание не надо.